В последнее время в наших школах мы все чаще видим девушек в хиджабах. Франция уже на законодательном уровне запретила это. Что у нас? Исламизация? Ничего хорошего в этом нет. Есть, конечно, национальные особенности в национальных республиках. Но то, о чем вы сказали, это не национальные особенности, а это демонстрация известного отношения к религии. В нашей стране и в мусульманских регионах никогда такой традиции не было. На мой взгляд, действительно, а в некоторых, кстати говоря, в некоторых даже мусульманских государствах ношение хиджаба запрещено законом. Законом запрещено. Вы привели пример Франции, где тоже принят соответствующий закон. Я считаю, что в нашей стране, и я уже об этом говорил, можно и нужно идти по пути возврата к школьной форме. И такая работа уже идет. Рассчитываю на то, что она в регионах не будет забыта, заброшена, а наоборот, будет активным образом внедряться.